Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Снял бомбящий видос про деревья, бо я собирался, потом вспомнил, я что тоже собирался. Лагает. Я тоже собирался, но потом времени не было. Подарки же добавили. А, 100 тысяч я грибу. И все до копейки я дал. А, да? Кстати, надо чекнуть, может у меня машина есть. Ага, блять, я забыл, сука. Нету? Да, нет, а нету, блин, мы же хотели дом купить, ну, я пришел, глянул дом. Вниз. 2800 осталось, ща я тут заплачу. Ну, тогда на один день заплачу. Да. А, то на два дня заплачу, чтобы она сейчас не скатила. А, там же по кошелю я забыл. Я привык, что в доме по 3000 хуярит. У тебя дом еще походу престижного класса. Да. В Бусаево, понял, купил. Как у меня на первом сервере. Бусаево, Бусаево, блин. Так, ты готов к подарку? Ну давай. Пошли за мной. Окей. Интересно, какая у тебя реакция сейчас будет. Ты по-любому этого не ожидал. Ну это точно не тачка, потому что ты бы на ней приехал. Ну... Чё, мусоровозка? Поезд? Нет. Смотри туда. Подойди, у меня FPS лагает. Чё там? Нихера себе. Подойди к ним, посмотри на номера. Чё-то я слеповатый. Нихера себе, охуеть. Я чувака вот попросил при мне поставить, специально для тебя машину. Охереть, купил. Охереть, слышишь, тема вообще. Бля, номера это вообще топ. Я в ютубе искал эти номера, чтобы поставить. Охуеть. Бля, это не, будет твоя это тачка. Охуенно. Один чип я поставил. О, нормально вообще. Нитро стоит. И пробег 60 километров. Вообще, блядь, с нуля тачка. Поехали, я тебе дам ее. 8 или какой-то. Знаешь, как охуенно. Я его долго искал, блядь. Ты кого, цвет? Да. Ну там в начале. 4-й я дошел его. Вроде 4-й. Да, там есть 4-й, 38-й, что такое, блядь. Да. Так, это сейчас тебе надо лям передать и продать его. Бля, охуенно. Пай 113. Бля, придется винду перебивать, чтобы, блядь, не так лагало, короче. Если что, я снимаю. А, да я так и понял, вот это. Я снимал, как я его покупал. Я еще такой думаю, мы бежим такой в сторону этого, я такой думаю, что 24/7, типа, ну, блядь, ну, типа, прикольно. Вот он, смотри, ты левее берешь, я такой думаю, чё, АЗС-ка, чё? Так, sell my car, 113, 1 миллион. Так. Продажа данного транспорта будет доступна через 30 минут, сука. Облом, облом, видите. Какой красавчик. Да-да. Купили. 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 То у тебя сейчас 2 ляма будет, да? Купили. Нет, у меня будет лям 400. Ага. Я думал, бизнес еще купишь, ты мог взять. Сэл, мой карт. Так мне нельзя бизнес покупать, ты был. А, блядь, я забыл. Так, 34. Забирай. Сейчас. Там-та-да-дам, 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 там-та-да-дам. Что, не можешь Y нажать? А, тайм. Давай забирай уже его нахер. О, слышу, у меня старый X. Да? О, заебись, погнали к твоему дому. Дай. А, руль хочешь, бери. Конечно. Так, ну, военный, Себастьян. Не, старый классный, конечно, старый мне нравится. Еще на хаманах, ну, тебя, например, не видно их. Да, мне не мне видно. Мне цвет нравится такой ярко-красный вообще. Да, классно. Он такой бодрый спец, да? Да-да-да-да, я заметил. Ну, он полный, чипованный, он 140, по-моему, есть. Ёпт. Бля, надо на ренжак еще чип ебнуть. Будет нормально, потом снимем противостояние. Угу. 500 тысяч чип стоит. Бля, нормально, у меня тут 50 осталось. Ну, ладно. Опа-на. Бля, москвич. Опа-на. Да москвич хуй с ним уже. Да надо починить его, понял, из Испании. А. Чтобы почини, он был. Ну, теремку же купил вроде. Да вот тоже. Бля, хуже икс охуенный просто. Это москвич. Чё-то еще на хаманах его увидел черных. Ай. Карамба. Еще на блатах. Эх.
Соска просто. Давай с места. Сейчас еще на автоярмарку подъедем, такие да. Сейчас. А ты помнишь, как мы так гонялись, я на тебя смотрел, и меня гелик въехал. Да-да-да, я помню. Включай азот. Включил. Раз, два, три. Ты с места, кстати, ни херово идешь. Да фора просто пошла. Ебать. Не, ну может ты с места так жахнул зацеп хороший из-за веса. Не, нормально ты с места жахнул. Ну я на иксе, и лансеры просто ебал нехуй. Все, азот кончился. Да, мне тоже. Да, еще подсобирать на один чип, и будет вообще топово. Ты где? Там. Впереди. Да, ядрач, чип, нормально. Диски попозже, потом, когда мод будет. Вообще, блин, от икса реально, наконец-то у меня джип, у меня, ты заметил, у меня никогда джипов вообще, ну, не было. Да, ну, Range Rover только был, Санкинг и все. А крузака не было? А, и крузак был, и крузак был. Ну и все, и то я давно еще это было, блин. Где-то месяцев 5 ездил, да не, даже больше, я где-то год ездил без джипа. Не, когда вот просто понял, я раньше тоже легковушками тащился, но потом, как когда попробуешь, что такое внедорожник, то ты, блядь, понимаешь, танк, блядь. В War 3 семерки гелик стоит, тут рыжик админа бьет. О, S1 на блатах стоит, Хан 3 семерки. Ханны? Ханны, да, Ханны. Пошел он. На блатах приехали два нормальных пацана. Бля, он открытый, оказывается, сука. А, вижу СВА. Закрыть надо. Вон еще один СВА. Вон кейк 3 шестерки, смотри, шаха. Чувак лоханулся на этом, на блейде, наверное. Чувак шаху хочет продать за 900 тысяч, блядь, лол, кек, удачи, без комментариев. Тогда, блин, за 6... Ой, за... 900 тысяч он за 600 ее продавал. Хера себе, блядь, цены растут на глазах, блядь. Да-да-да. Я в шоке, реально. Что там, парканулся? Ага. Если тебе кто-то узнает. Сейчас, блин. О, сейчас меня может крашнуть. Спасибо тебе, КРМП. Киря, можешь 30 тысяч дать мне для квартиры и свою Шкоду возьму? Ладно, на тебе 30 тысяч. О. 15 минут мут еще. У тебя? Да. У тебя мут? Ну да, и когда этот, купили. А. Я же орал, короче, мне мут дали. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side, I looked in the mirror, I said man I'm alright, little did I know I'd be crying.